В Саратовской области восстановят некоторые маршруты электричек. Напомню, отмена ряда направлений пригородных поездов идет уже несколько месяцев. Связано это было с невыплатой средств компании-перевозчику из областного бюджета. Сейчас же есть договоренность о восстановлении части маршрутов. В ближайшее время запланировано вернуть около 10 поездов. Всего же чиновники собираются восстановить несколько десятков направлений.